Привет всем! Сегодня у нас распаковка. Посмотрим посылочку. Я удивилась, что такая огромная коробка, хотя там всего лишь одно растение. Сейчас я вам покажу, что это за растение. Так. Как открыть ее? Хорошо держится, все в скотче, все целиком в скотче, просто упаковано, пупырчатую пленочку, картоночку тут все держит, прям упаковка на 5 баллов, упаковка на 5 баллов, даже на 10, на 20, короче, суперски упаковано. Как теперь его упаковать? Ого! Помимо пупырки еще и утеплитель. Причем вообще по высшему разряду. Это у меня дополнение в мою коллекцию синдапсусов. У меня их уже много. Так, еще муж потребуется. Он очень хорошо упакован. Буду, наверное, еще пополнять. Очень много-много разных синдапсусов. Так, еще бумагу. Такой у меня упаковки суперской еще не было, честно говоря. Так. Это даже какая-то не бумага, больше похоже на какую-то ткань. Тут еще тубус, салфетки. Посмотрим. Ух, сколько скотча. Целый рулон, наверное, ушел на эту упаковку. Вот один цветочек. Синдапсус триколор. Видно. Три оттенка. Что триколор. Такой хорошенький. Сейчас посмотрим, что у него с корнями. Конечно, очень хорошо упаковано. Столько слоев упаковки я еще не видела. По-моему, даже ни в одной распаковке не видела. Столько слоев. Так. Это очень сложно. Удачи. Тут много еще не режется ножом моим. Нож прилепился. Здесь вата. Сверху был синтепон, здесь вата. Так. Вот этот прямо жесткий такой скотч. Просто так его не оторвать. Даже ножом не режется. Обычно малярный скотч хорошо рвется. А этот прямо такой. Так. Синдапсус в грунте. Ну, вид у него бодренький. Так я скажу. Прямо доехал хорошо. По сорту. Листочки по сорту. Красивые, узлов достаточно. Пусть даже два листочка есть пустые междоузля. Но для стендапсов это нормально. Но корешков я
Вот корешочек есть. Видно, да, его? Да. Вот. Я его хочу пересадить, скорее всего, в мох. И посмотрим, как он будет. Ну, обработаю, в тепличку поставлю. Как вот. Так. Такой вот он. Красавчик. Красавчик. Ехал один. Одиночник. Посылки. Растение хорошее. Так, что, развернем, наверное. Посмотрим. Корешочки. Там мне интересно. Ладно, на мусоре здесь. Посмотрим, корни какие. Смотрим, спокойно. Корни вот такие. Сейчас он, конечно, пойдет у меня в мох. Наращивать корневую. Я считаю, это маленькая корневая, но, наверное, нормально для такого растения. В мох его сейчас посажу, в тепличку, и пускай наращивает корневую. Все. Сейчас буду садить. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем за внимание. Буду сейчас садить эту красоту в тепличку. И будем выращивать новый стендап. Всем пока!